Сильная метель в Норильске парализовала город. Вчера всего за полчаса температура в городе упала с минус 1 до минус 18 градусов. Одновременно с этим начался снегопад, а ветер усилился до 25 метров в секунду. ГИБДД было принято решение полностью закрыть для транспорта автодорогу из Норильска в Дудинку, Кайыркан и аэропорт Алыкель. Черная пурга устроила настоящее испытание для норильчан, сбивая их с ног и переворачивая машины. Авиарейсы были отложены. 167 жителей Норильска не смогли уехать в Кайыркан и провели ночь в культурно-досуговом центре. К сегодняшнему дню стихия утихла, дорогу открыли утром. В 9:40 в аэропорт Алыкель выехал первый автобус с пассажирами. Синоптики отмечают, что такая ситуация является типичной для Норильска.